Привет. Подскажите, а вы отношение какое-то имеете к военной технике или... Ну, скажем так, служил. В десантных войсках? Да, 89-91 год. Ребят, ну вот место встречи вот этого БМП святого вот этой машины. И принесло нам снова встречу с десантником-парашютистом. Ну я Шурави. Шурави 84-86, тоже ВДВ, соответственно, десантура. А как вас зовут? Меня зовут Слава. Слав, ну давай вот вообще наш канал посвящен же ветеранам Афгана и вообще десантникам, потому что десантное братство, ну это очень интересно. Зрители все смотрят. А подскажи, значит, где ты служил в обозначенных твоих годах? Что ж, служил я в городе Каунас. Вот так вот. В учебке на 1660 полгода, а потом отдельный 743-й батальон связи. Тут же в Каунасе 02050. Ага. Значит, все, значит, смотрите, ребят, ну это вообще, у нас Вячеслав, значит, совпало учебное подразделение. Вы поняли, да, 01660, отдельный десантный учебный батальон связи. А командир батальона, если я не ошибаюсь, был при мне подполковник Онищенко, а у вас кто был? Нет, у нас у тебя кто был? Батальона? А, да, батальона. Может быть, помнишь. У нас был Уваров. Уваров, да. Значит, знакомые, полковник Уваров. Знакомые фамилии, возможно, может, в Афгане с ним пересекались как-то. Может, там много было у нас как раз. С Афганистана только вывели войска, когда я пришел служить. Поэтому у нас было много командиров, афганцев. Так. Селиванов, например, Александр Владимирович. Селиванов, да, в соседней роте служил. В соседней роте, ваш командир роты. Так, значит, Александр Селиванов, мы немножко с ним контачим. В одноклассниках. Да. Прям командиру передай привет. Передай привет. Что, командир, от всей души передаю привет. Наш десантный. Здоровья, удачи, успеха во всем. Но он в Новороссийске жил. Да, Александр, он в Новороссийске жил, все правильно. То, что Александр, гвардии майор, видите, вот ваши друзья с вашей роты. Вот так вот. Мир десантный мал. И значит, Слав, в какой роте ты в учебной учился? Третий учебный, это моя рота. Вот так вот встреча в Атлии, одна и та же рота, одна и та же это. Ну, я не спрашиваю про сержантов, у нас были сержанты такие, они уже, ну, дедовщинку делали, да, они все-таки-то. Да, хватило. Да. То есть там все-таки процветало у нас в батальоне связи. Этого нет, не мешает. Ребят, ну здесь я немножко хочу подчеркнуть, почему такая вещь, как дедовщина такая военная, процветала в батальоне связи. Потому что, в принципе, вот связист, десантник, парашютист, это, в принципе, диверсант. Потому что нас готовили, вот, например, я вот учился на командно-штабную машину, да, на чайку, да, я учился, да, тоже, да. Командир отделения был. Да, вот, молодец, молодец. А в Афганистане, да, а в Афганистане, что мне дали, переносную радиостанцию мне дали, все, я уже был. Не как бы, допустим, Селиванов был бы, а уже переносная рация. То есть нас готовили все, в принципе, таких здоровья, как для диверсионной. То есть с любой диверсионной группы, с разведгруппой мы могли высаживаться. А вот у меня в Афгане был командир взвода, значит, гвардии старший лейтенант Семенов. Я думаю, передаю снова привет моему классному командиру, он был у меня в учебке. А Семенова не было там у вас вообще? Нет, не помнишь, Семенова, да? Семенова не было. Значит, он уже перешел в какие-то другие батальоны и полки после Афганистана. А командир роты был у нас гвардии майор Падалка, потому что он уже был после Афгана, но я поэтому его называю гвардии майор. У вас другой, да, командир роты был? А кто по фамилии? Может, тоже? Вот я говорю, Селиванов. А, ротным был. А взводным? Взводный, помнишь? Потому что парни молодые все были. Парни молодые, да, то есть вот так, да? Все уже там, связи потеряны. Очередной классный вопрос. Сколько прыжков с парашютом удалось сделать во время учебного подразделения, а потом в войсках уже? 21 прыжок. Отлично, ребят, полная программа, класс. 7 прыжков в Су-76. 7 прыжков в Су-76, да. А вот смотри, после учебки ты уже был командиром отделения. Командиром отделения был. И уволился в звании? Сержант. Сержант, да? Так, значит, а этот полк, он батальон? Батальон, в самом Каунасе. Он тоже в Каунасе стоял, да, боевой полк уже. Все понятно. Напоследок маленькая такая история, интересная или опасная, или на прыжках, или что. И все. Вот что-то вот такое вспомнил. Слава, давай. Ну, скажем так, была каверзная ситуация небольшая, когда прыгал с грузовым контейнером, в котором находилась радиостанция 159-я. Прыгали на учениях, и этот грузовой контейнер, он у меня не отстегнулся, так и остался висеть.
под пятой точкой, и при приземлении он очень сильно ударил по ногам, ладно, не сломало ничего, все было, прошло, слава богу. Это зимой прыгали? Нет, мы прыгали летом. Летом, да, а что за учения были? Мы в Беларуси прыгали, проходили учения массово. Там... Ну вот смотри, ты прыгал СР-159 с переносной. Да. То есть твоя задача была все-таки в эти учения с переносной выполнить. Да, задачу, она находилась в грузовом контейнере, который располагался под основной. Это я понимаю, да, это и все понимаю. Пушке кольцо также выдергивается, оно падает и повисает на стропе надо такой. И приземляешь, и достаешь, одеваешь радиостанцию на плечи и побежали, как говорится, воевать. Все понятно, она сработала, да. Это не сработало, не открыл, не отпало нас меня. Да. Я смотрел тоже учение американцев, там тоже не раз у них сначала дом приземляется контейнер, потом сам парашютист тоже. Интересно, два раза я с ним прыгал, один раз он открылся, второй нет. Ну что ж бывает. Ну да, классно. Так, всякое бывало. Ну, через многое прошли, многое поедали, ну что же. Такова судьба десантника. Да. А вот во время службы там не было у вас тревог там куда-то? Я просто... Было как раз у нас же 91-й год. Натянутые отношения с Литвой-то начались и были. И блокпосты обстреливали, и КПП обстреливали. Но все в Литве? То есть не поднимали ни в Грузии никуда, ни в Абхазии? Нет, это единственное, что у нас... Ладно, это на камеру не буду говорить, так если могу сказать. Потом. Да. Вот, так. В принципе... Все нравилось, все устраивало, как бы. Все-таки десантное братство, оно на всю жизнь. Ну а вот после армии уже служба, работа уже не связана с армией, да? Уже нет, абсолютно. К сожалению, да. В армии не остался. Всю жизнь прослужил в пожарной охране. Вышел на пенсию. В пожарной охране, тем не менее, тоже при погонах тоже, равно, да, связано с риском. МЧС, да, уже были, да? Много, да, тоже чего пришлось поедать. Оказывали помощь людям, спасали людей. Спасайте. Ну, что делать? Видимо, такая жизнь так сложилась. Друзья, ну, еще раз, значит, от славы от себя, с днем ВДВ, 90 лет. Да. Десантников, связистов, отдельно немножко ребят. В 90-м году 60 лет ВДВ отмечали в армии. Сейчас 90 лет уже. Да, время летит, но мы такие же молодые. Все, да, седые, но тем не менее в душе молодые. Всю жизнь. Вот так вот. Помню. Да. Все, Слав. Удачного, спасибо. Удачного, классного отдыха на Черном море. Взаимно, Александр. Приходите сюда, памятник великолепный. Здесь иногда приходят воины интернационалисты. Очень понравилось. Все, ребят. Пока-пока. Ну пойдем. Давайте.